Приветствую вас. Мне, если честно, исходя из вашего текста, показалось, что вы применяете к своей второй жене те же паттерны поведения, что и к первой. То есть вы свою вторую жену обнимаете, например, условно говоря, так же как первую. Вот. А я не вижу в этом ничего плохого, да, то есть, ну, сразу хочу сказать, что в этом ничего плохого нет, потому что вы обнимаете, как хотите, обнимаете. Вот. Но есть проблема, которая заключается в том, судя по всему, что обнимая ее, ну, так же, да, вот, обнимая ее так же, вы, очевидно, приводите в действие свои чувства, которые у вас вот возникают, да. Вот, и в результате этого получается такая вот история, значит, ну, такая история, что назвать свою жену именем другой женщины. Вот. То есть, ситуация, она вот на самом деле такая, на мой взгляд, вот, и, соответственно, мне кажется, что вам нужно здесь смотреть именно вот в сторону того, чтобы вырабатывать со своей второй женой какие-то новые паттерны поведения, какие-то новые, может быть, модели взаимодействия, чтобы, ну, чтобы лучше себя чувствовать, да, чтобы у вас, значит, ну, что-то новое возникало, да, и чтобы были новые чувства, чтобы не повторяли просто то, что было у вас вот с первой женой. Вот, это первое, что можно вам сказать. А второе, это то, что, ну, опять же, не совсем ясны причины, по которым вы расстались со своей первой женой. А, то есть, ну, почему вы с ней расстались, непонятно, да? То есть, либо вы там что-то не поделили, ну, вот, либо чувства прошли, либо ссорились, либо что-то еще, но в любом случае какие-то проблемы были, раз вы расстались. И эти проблемы, они, возможно, остались незавершенными. Вот. Я не буду наверняка говорить, да, потому что, как бы, ну, наверняка я не знаю, как обстоят дела. Но вот, хотя из опыта, я могу сказать именно так, что незавершенность имеет место быть. У вас, Ярослав, в отношениях с бывшей женой. Несмотря на то, что у вас к ней нет чувств, да, вот, несмотря на это, тем не менее, все равно, возможно, имеет место быть какая-то незавершенность, вот. И, соответственно, именно эта незавершенность, она и
ну, определяет то, что с вами происходит. Именно эта определенность, именно эта вот недовершенность, точнее. Вот, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, вот то, что я могу вам ответить, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что, ну, исходя из той информации, которую вы предоставили нам. Вот, я надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Желаю всего самого доброго и удачи.